Всем привет! Меня зовут Наташа, и вы на канале «Замуж в Индии». И приветствую я вас из солнечной Турции, друзья! Я вам говорила, что мы с Артуром собрались на море отдохнуть, набраться сил, оздоровиться. Так вот, мы сейчас на море в Турции. Здесь так классно, замечательно. Привет, друзья! Я сейчас вам покажу, как мы пойдем. Для того, чтобы сюда попасть, нам пришлось преодолеть сложный путь, тернистый путь. И вот сейчас мы возвращаемся на 8 часов назад в холодный Харьков ледяной. И вы увидите, как мы проходили все эти преграды в эти сложные ковидные времена. Приехали в аэропорт харьковский. Слушайте, я вообще отвыкла от него. Он такой маленький, кажется, по сравнению с киевским, по сравнению с мумбайским. Это вообще какой-то сельский вокзал. Хотя раньше он мне всегда казался таким симпатичным, до того, как я еще не побывала в других. Это еще хорошо, что Артур настоял на том, чтобы мы взяли вот эту вот тележку, потому что здесь реально негде посидеть, только в кафе. Вот, этот вот аквариум недавно, видимо, поставили. Раньше я его не видела. Ну что, Артур, как ощущения? Хорошие. Хорошие. У нас сейчас почти 11 часов вечера. Артур уже в это время спит. Пока в такси ехали, он засыпал. Я говорю, не надо, пожалуйста, потому что мне тяжело потом будет тащить. Ты настроен всю ночь не спать? Да. Ну, хорошо, посмотрим. Настроен. Один год не спать. О-о-о. Вот, обратите внимание, как мы тепло одеты, потому что холодина такая вон. Так, вот, наконец-то подъехали Инна со своим сыном Никитой. Они здесь недалеко живут, и их сосед подвез. Сейчас подошли в другое крыло аэропорта, и здесь, оказывается, есть куленичи. Я уже просто вам говорила, что я очень давно здесь не была и даже не знала. Слушайте, это так классно, куленичи-то, ну, достаточно такой бюджетный вариант и очень-очень вкусный. Здесь много разных булочек. Инна сказала, что, оказывается, нас в самолете кормить не будут. И хоть и ночь, хоть, как говорится, мы по ночам и не едим, но мало ли, от скуки, возможно, захочется. Вот, я вам показываю цены. Тут и за 11 гривен даже есть. Ну, вот мы купим Артуру сосиски. Попросим, чтобы подогрели. Артур, подогревай для того, чтобы он как-то, ну, пышнее был, как-то вкуснее, когда подогретый. Все, слава богу, прошли регистрацию. До вылета осталось 2 часа. Сейчас у нас 12 часов. Артур еще держится бодрячком. Я уже, честно говоря, очень устала, спать хочу. Так, решила немножечко поснимать наш зал ожидания в харьковском аэропорту. Видите, как-то в основном все без масок, все в ожидании. Звон стекла слышится, звон бокалов. Хотя сейчас час ночи, но некоторые решили для храбрости немножечко выпить спиртного. Вот у меня Артур уснул. Скоро уже, через час наш. Да, наверное, минут через 20 уже начнется посадка. Сколько нам лететь, Инна? Почти 3 часа. Для вашої безпеки, будь ласка, залишайтесь на своїх місцях. Місцевий час 4 година 20 хвилин ранку. Температура повітря 23 градуси вище нуля. Ну, наконец-то Анталія нас приветствує. Время у нас 5 утра. Вон, видите, Інна фотографується на фоні этой надписи. Артур уже улыбается. Артур всю дорогу спал в самолете. Что он, можно сказать, выспался. Даже когда самолет уже заходил на посадку, он не понял, проснулся, говорит, что а когда мы взлетим? Думал, что мы только взлетаем, все пропустил.
Подъезжаем к нашему отелю. Как называется отель? Клаб Хотель Величита Вилледж. О, какой отель шикарный. Красотища. Сказали оставить наши чемоданы, что сейчас заберут. Кстати, ресепшн тоже очень уютный, красивый. Я потом все покажу, потому что сейчас очень-очень хочется спать, отдохнуть, умыться. Ну что, ребята, нам так повезло. А, Инна, расскажи, что у нас сейчас 7 утра, а уже дали. Нам сразу дали номер, потому что сказали, мы устали. Нам надо отдохнуть. Нам надо отдыхать. И сказали, можно уже покушать пойти. Классно. Это, наверное, у меня очень уставший вид, поэтому они сжалились. У меня прям глаза красные, я себя не снимаю. У меня, когда я не досып, я выгляжу. А, нас снимаешь, да? YouTube channel. Рассказываю, что я блогер, да, YouTube. 100 тысяч подписчиков. Если у тебя время... Вот, мужчина показал мне место, откуда хорошо будет снять отель. Вот на этой вышке, говорит, это, ну, что-то вроде точки обзора. Хорошо, обязательно сходим. Вот, друзья, сейчас на этой машине нас довезут до нашего номера. И заодно немножко посмотрим территорию. Вот название нашего отеля. У нас все включено, ультра все включено. Ну, а то бесплатно, это значит, мы уже успели за это все заплатить. Посмотри, да. Артур, посмотри, как красиво вообще, обалденно. Это заповедник. За бассейн заплатили? За бассейн заплатили. Дорогие вот такие такой. Вот домики небольшие. Ага. Ну, а Инна узнала, что из Германии туристы. Инна была много раз в Германии, уже узнает сразу. Это бассейн. Угу. А, детский бассейн для Артура. Да. Смотри, какая красота. Я думала, что это и есть наш номер. О, номер. Красивый номер, двухкомнатный. У нас family room. Надо поснимать, пока все заправлено, все красиво, вещи не разбросаны. Хотя уже успели. Ой, балкон, как хорошо тут. Вид это хороший, хорошо, красивый. Что Инна сказала, что это наша комната. Ну, что скажешь? Отлично. Очень хорошо. Вон еще бассейнная лодка. Так, Инна, ну, в двух словах расскажи, как нам пришлось тяжело добираться в это сложное ковидное время. Ну, я считаю, не так уж сложно мы добирались. Все нам как-то как по маслу шло. Mm-hmm. Мы сдали тесты благополучно, отрицательные. В аэропорту их проверили. Да, кстати, надо отметить, что проверили. Просто некоторые на форумах там девочки рассказывали, писали, что ну, не всегда проверяют. А у нас так ну, достаточно строго, прям сразу на регистрации все посмотрели, проверили. Да, мы вовремя вылетели, вовремя прилетели, без задержек, без переноса времени. Как-то в автобусе хорошо так все поспали, я даже не успела опомниться, мы уже приехали в отель, и нас тут же заселили, это вообще самое приятное и неожиданное новое. Сегодня первый день, будем делиться, каждый день будем рассказывать о своих впечатлениях, о наших экскурсиях, да, у нас интересные, серьезные планы впереди. Да, кормят тоже очень хорошо, столько еды. Прям живот надувается. Едим от пуза, как говорится. Вот пришли мы завтракать, глаза разбегаются. Такой огромный выбор. Видите, сейчас из-за того, что ковид, персонал обслуживает. То есть самим нельзя набирать. Сейчас я постараюсь вам показать, что здесь, чем нас угощают. Пока Инна набирает, смотрите, что это сыры. Разные я набрала. Слушайте, пока понабирали на пробу, вот какая-то яичница, я так поняла, что это именно такая в турецком стиле приготовленная. Вот такой вот турецкий хлеб.
овощи на гриле, перец здесь, я так понимаю, и синенькие. И здесь еще вот взяли тоже овощи, сыры, колбасу. Сейчас будем снимать пробу, потому что выглядит все очень красиво, выглядит аппетитно, но такое ли оно вкусное на самом деле, сейчас проверим. Потому что у меня подружка была в Турции в июле, и она за неделю скинула 4 килограмма, ей не зашла эта еда. Слышишь, Инна, Женька была ж в Турции и похудела на 4 килограмма, что ей ничего не понравилось. Так что сейчас мы узнаем, как нам, зайдет ли это. Ну так на вид все очень красиво. Да, на вид. Кажется, что я тут поправлюсь. А, еще давай сладости. Там очень много, их ага. Надо попробовать. Так, ты уже и кофеек взяла? Все красивое, ну да, чтобы не сильно горячее. Угу. Так, а вот я выбрала, смотрите, на десерт, такой вот полезный, курага, орешки. Вот это я не знаю, как называется, наверное, что-то турецкое. Глаза все хотят съесть, но уже не могу, уже желудок наполнился. Тем более я в последнее время очень мало ем, поэтому и растягивать желудок не хочу. Уже наелась, все вкусное, на самом деле все вкусное. Я до этого была в Турции, в другом отеле, там все было какое-то несъедобное. Здесь отлично. Посмотрим еще, что будет на обед и на ужин. На ужин мы планируем в ресторан. Здесь можно, мы имеем право поужинать в трех ресторанах. Я обязательно все это сниму на видео и поделюсь с вами. Но это уже будет в следующей серии. На сегодня все. Всех люблю, целую. Пока, до новых скорых встреч. Подписывайтесь на наш канал. Впереди вас ждет еще много всего интересного.